среду в Самарской области пасмурно, пройдет снег. Днем -3-5 градусов, ночью 7-9, ниже 0. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде снега. В светлое время суток -4, в темное 7 с минусом. Северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти тучи, небольшой снег. Днем -4 градуса, ночью 6 ниже 0. Северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, снег. Днем -4 градуса, ночью -7. Северный ветер 1 метр в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.